Ребята, всем привет! Смотрите, что у нас сегодня. У нас сегодня все Peppa Pig игры мобильные, которые я смог найти на планшет. Да, не удивляйтесь, Peppa Pig, но у них тоже есть игры. Давайте смотреть. Вот эта игра, кстати, онлайн, Peppa World. То есть, ну, не с другими онлайн играми, а надо подписку пооформлять и скачивать игры и играть. Там их много разных. Но я подписку сейчас не оформил, просто покажу игру, приложение. Первая игра какая у нас там? Вот какая-то. Сейчас посмотрим, как она называется. Тут русский язык, кстати, есть, можно поставить. Но я люблю на английском. Кстати, хорошо английский учить вот этой игры. Слушайте. Никак не сказали. Это, наверное... Вот, Sports Day. Вот, тут про спорт все. Все мини-игры про спорт. И вот если английский вы учите, запускайте эту игру на английском. Хорошо помогает учить английский. Реально, реально говорю, не выдумываю. Выберите событие, чтобы играть. Вот. Давайте побегаем с препятствием. Вот, бег с препятствием. Obstacle — это препятствие. Рейс — это гонка. Гонка с препятствием называется. Выбираем персонажей, смотрите, размещаем их вот так. У нас типа 4 персонажа. У вас есть друзья, они подходят к планшету, и каждый тапает за своего персонажа. Кто быстрее нажимает, тот быстрее бежит. Вот, например, я за Peppa Pig бегаю. А правый игрок, например, вот этим пальцем, вот за этого будет играть. Не знаю, как его зовут. Вот, и видите, сразу вперед вырвались эти. Я за этих теперь начал играть. Вот. И получается, эти вырвались вперед. В общем, как вы нажимаете, тапаете, так вот все и работает. Можно сразу четырех играть вот так вот. Кто выиграет, тот выиграет. Смотрите, тут три первых места получилось. Они все ровно играют. И это лузер получается. У всех золотые кубки за первое место. Ну, это редкость такая. Не знаю, что в этой игре такая фигня. Вот так это все выглядит. Дальше можно, например, мороженое делать. Здесь мы просто учимся делать мороженое. Берем ингредиенты. Типа, смотрите, яйцо, раз. Дальше, что это у нас? Milk. Мы заодно английский учим. Milk – молоко. Cream – крем. Ну, крем – это как это? Наверное, сливки. Крем – это сливки имеется. То есть молоко, сливки, сахар и все. И вместе все это перемешиваем. Ну, яйцо еще было. И мы делаем мороженое, ребята. Вот так вот делается мороженое. То есть яйцо даже добавляется. Вот кто не знал, да? Яйцо. Ну, я, если честно, мороженое покупал, и там не видно было. Там в составе не было яйца, но здесь почему-то добавляют. Может быть, добавляют реально. Ингредиенты. Я бананы взял и чернику добавил. У нас чернично-банановое мороженое будет. Перемешиваем. Давай. Смотрите, там Peppa Pig. Кстати, Peppa Pig, я долгое время думал, что Peppa Pig — это мальчик, а Peppa Pig — это девочка. Вы тоже так думали, что это мальчик? Я думал, реально это мальчик. Я не смотрел, что там какой-то типа платье нарисовано. Я думал, это реально мальчик. Вот Джордж точно мальчик. Это, наверное, Джордж, это же его брат. Брат Пеппы. А я думал, это братья вообще, прикиньте. Вот не знал. Потому что в игре никогда не говорится, что Peppa Pig — это типа девочка. Ну вообще ничего никогда. Поэтому как ты догадаешься? Просто то, что там типа платье какое-то. Но оно так нарисовано, что я не могу сказать, что это платье. Может, это майка просто. Так, добавляем сюда шоколадочку такую. У нас такое мороженое в креманочке. Можно было выбрать рожок, креманку, еще что-то. Я выбрал креманку. Вот так выглядит. Приятного аппетита. Хотя здесь, смотрите, они едят в рожке. Хотя я сделал креманку. Ну, что это? Вот недоработка. Так, что вот это такое? А, это мы делаем... Это мы делаем типа... Типа, что это такое? Как это называется? Сейчас я вспомню. Кто понимает, что это мы делаем? Кстати, можно делать вот так, типа всякие кубки. А можно делать красиво, вот так я решил. Выбираем цвет и второй цвет. Хотите такой оставить? Хотите там... А, второго цвета нет, потому что нету рисунка никакого, орнамента. Ну вот, розет. Блин, как приводится розет? Ну это типа... Ой, даже не знаю, как это назвать. Напишите, кто знает, я вот не знаю. Ладно, это первая игра была, погнали дальше. Party Time, здесь будем веселиться, веселуха там. Вечеринка, так сказать, по-американски. Party Time, хотя свинка Пеппа — это Великобритания, это не Америка. Этот мультфильм супер популярный в Великобритании, он оттуда и пришел. Ну, кстати, я знаю, что в США не смотрят Peppa Pig. Ну, по крайней мере, я как-то не видел. По телеку нигде, каналы там разные щелкал, никогда не было Peppa Pig. Они смотрят другие мультфильмы. Так, invitation. Это мы приглашаем всех на свой день рождения. То есть мы выбираем вначале бумагу, какая будет, цвет выбираем. Ну что, какой? Ну, тут красиво вот это. Дальше мы выбираем, можем наклейки какие-то сделать. Вот большой выбор тут, подарочек, да? Давайте несколько подарков сюда, например. И шариков, например, накидаем. Вот шарик такой, все.
А дальше у нас будет надпись. Мы выбираем надпись типа party time, да, например. Party time. Время вечеринки. Фан-фан-фан. Весело-весело-весело. Дальше Пеппа спите. Типа вечеринка Пеппы. Давайте, типа, вечериться. Invitation. Приглашение. Я прям все добавлю. Come to Peppa's party. Все, прям все. Все, нажимаем сюда, сохраняем. И будем сейчас будем отсылать. Сохранили и будем отсылать, смотрите. Будем каждому ставить стемп. Стемп, вот английское слово. Это у нас марка. Вот Педро Пони у нас получил. Зоя Зебра. Заодно все имена вспомню. Ребекка, Рэббит это у нас. Дальше Дэнни Дог, Дэнни Собака это у нас. Рэббит, понятно, что это кролик. Шип это овца. И у нас Джордж, просто Джордж. Пик уже не пишут, просто Джордж. Это Пеппа Пик есть, а Джордж это Джордж. Это не Джордж Пик. Ну, как-то так сделано. Все, собирает почтальон и всем отправляет. Все довольны, ура! Так, а дальше мы будем что делать? Давайте делать тортик. Это ж тортик, да. Будем делать тортик. То же самое тут. Яйцо, смотрите, плюс-минус. А это что? Это у нас, ага, это у нас тесто делается. Тесто делается с муки. То есть мука, мука, вода, масло. И что это еще было, я забыл. Так, в чем будем делать? Давайте в этом. Так, делаем сейчас. Выливаем формочки такие, потом в духовку будем ставить, да? По-моему, так это делается. Нажимаем, ну неважно, куда нажимаем, все равно по порядку она делает. Вот так сделано. Все, нажали, все сделали. Well done. Запекаться! Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я уж сам прям захотел прям хрустящих печенюшек таких. Ай-яй-яй, вкусно. Сив, это у нас пропускаемое наше... Поняли, тесто. Так, что такое? Ложка не работает. А, еще воду нужно. Я забыл. Так, можно цвет поменять, прикиньте. Не знаю зачем, но сделать типа другого цвета. Сейчас красненький цвет станет. Ну, такая опция есть. Кушай, так, кушаем. Так, 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 все, готово. Отлично. Все, в эту поиграли часть, идем дальше. Следующий, вот, World, это нужен онлайн, включен онлайн, и сейчас подписки нет у меня. Подписка стоит, по-моему, 5, 6 или 7 долларов в месяц. Там она вроде подорожала, раньше дешевле было. Но первые 7 дней бесплатно, если вы впервые это делаете, подписку. Поэтому первые 7 дней бесплатно, дальше платить надо. На месяц тут. И тут много мини-игр, их много штук 30-40, если платить подписку. Я как-то платил, смотрел. Вот, 7 долларов уже, было 5,99 или 4. Короче, все дорожает во всем мире, и подписка, и все. Но здесь, наверное, кто-то платит за это, я уверен. Новые обновления выходят, кстати, время от времени. Сейчас посмотрим, что есть. Так, видите, все закрыто. Вот это все закрыто за подписочку. Но есть вот две мини-игры. И будем играть мини-игры, которые есть. Покажу вам. Тут можно и книжки читать, и еще что-то. Так, нужно вначале помыть руки. С мылом, конечно же. Без мыла просто водой особо ничего не помоете. Моем, моем, давайте. Молодцы, помыли. Вытерли ручки. Идем дальше. Мы будем сейчас тут кормить, ухаживаться за... Это типа хрюшки, по-моему. Это реально хрюшки, если что. Джинни Пикс как-то они называются здесь. Хотя это как дикопрас какой-то. Но это свинья. Это свинка. Да, у нее даже пятачок, видите? Просто это типа, наверное, малыши, поэтому они так нарисованы странно. Тут они музыку могут слушать, тут можно водички попить им, короче, вот такое. Но сегодня выпуск детский такой, ребята. Пеппа Пик просто, хочется вот полную подборку сделать, я вот ее сделал, все. Я не знаю, делал я на наш канал или нет на этот. Я на другой делал уже подборку много раз. Так, это у нас мячик, сейчас водичка, тут все, сейчас все сделаем, сейчас. Ну, такая игрулька. Сейчас такое делают, я не знаю. Наверное, такое еще и в это играют. Ну, либо донатерское что-то делают, где надо донатить, там, рекламу смотреть. В этой игре нету рекламы никакой. Все очень классно для детей сделано. Никакой лишней рекламы, все хорошо. Мне нравится. Сейчас будем их считать. Сколько их тут? 2, 3, 4, 5. 5 штук, они все спать пошли в клетку. И все.
Ну, такие вот тут мини... А это картоха, супер картоха была. Тут можно превью какой-то мини-игры. Я не знаю, что это такое, давайте посмотрим. Предпросмотр. У нас нет подписки, но мы можем таким одним глазком так посмотреть, что же там будет, если деньги заплатить. Типа мини-мультик. Вот. Ну все, интернет закончился мой, походу. Ладно, идем дальше. Funfair. Следующая у нас игра. Peppa Pig Funfair. Вертикальная единственная игра сегодня из всех Peppa Pig. У нас вот такая. Я пропустил заставку, ничего страшного. Тут на поезде надо ездить. Вот первая игра. Поехали. Сейчас будем... Так, вначале двери открыли. У нас батя сел с Джорджем и батя с другим ребенком. Так, зеленый — это ехать. Зеленый — поехали. Это ускорение скорости, увеличение. Тут можно делать вот так, просто так, для звука. Ничего не меняется, дым такой идет просто с трубы. Нам говорят, немножко уменьши скорость, уменьшить. Но я не буду уменьшать, так быстрее, я проверен. Тут аварий не будет из-за скорости. Нам когда надо, просто на красную кнопку надо будет нажать. Смотрите, сейчас скажут нам, красную кнопку жми. Все, нажимаем, все. Останавливаемся. У нас сейчас будет прям остановка. Новых возьмем. Старые выйдут, кто захочет, с вагона. Новых возьмем. Нам одну монетку за каждую станцию дают. Так, кто-то вышел. Полупустой поезд поедет вообще. Всего лишь там слониха со своим ребенком сидит. Все, погнали. Ну, такая вот игра, простенькая. Ну, тут мини-игры разные, можно в меню заходить, там очень много. Все, максимальное ускорение, едем на следующую станцию. И время от времени понажимаем вот на эту кнопочку. Вот такой вот геймплей, ребятка. Геймплей вот именно такой. Какой есть, такой есть, да. Такой вот геймплей. Следующих берем тут сюда. Заходите, садитесь. Так, кто-то выходит? О, никто не вышел. Они вышли. Тоже полупустой поезд дальше поедет. Так, давайте еще мини-игры какие-то есть. Тут есть вверх на шаре лететь, ничего сложного. Надо там что-то там влево-вправо нажимать, по-моему. Вот, у меня тут управление, и мы летим. Главное нам собирать все шарики. Раз. Погнали. Кстати, куда огонь делся? Видите? Огонь исчез почему-то. Вначале... А вот, он появился. А чего он исчезает? Не могу понять. Он исчезает, потому что я типа... А, он время от времени. Не надо же всегда подогревать шар, да, получается? Я просто не знал. Я думал, когда шар взлетает, у него всегда должно... Ну, должен гореть. И воздух теплый должен в шаре быть. Но, как мы видим, не обязательно это все дело. Пум. Пум. Многие на этих шарах воздушных катаются, да, летают. Ну, кто-то боится высоты, не летает. Но вообще как-то страшно, прикиньте, если что-то случится. Какая-нибудь птица врежется в шар, начнет все сдуваться. Мы будем терять высоту, потом разобьемся еще. Там же нет никакой безопасности, по сути, поэтому не знаю. Я, наверное, боялся бы на таком летать. Ну, можешь, конечно, попробовать. Никогда не летал, просто интересно. Кто-то из вас летал, ребята, страшно или нет? Я думаю, что там описаться можно от страха. Где-нибудь... А если еще улетать все время, знаете, что-то произойдет, ты улетаешь вверх и не можешь вниз никак спуститься какой-нибудь. Проблема какая-нибудь возникла. Ну, не знаю. Мне кажется, опасно и страшно все это дело. Лететь на воздушном шаре, особенно высоко где-нибудь. Еще ветер сильный. Так, тут надо просто их понажимать и посчитать. Сколько их тут? 30, наверное, да? Или сколько будет? Я ни одного не пропустил. Да, 30 ровно. 30 всех собрал. Всех собрал. Молодец, вы выиграли 5 токенов. Ну, вот такая игра. Идем дальше. Golden Boots. Золотые сапоги. Сапоги золотые. Это которые по лужам, которые любят. Вот, вот такие золотые. По лужам Пеппа любит. Это у них какой-то прикол. У Пеппа Пиг всегда по лужам по грязи прыгать. Вот здесь даже игра есть. Смотрите, вторая. Давайте посмотрим, что спряталось в грязи. О, это, я тут одел ее так, если что. В этой игре можно переодеть можно. Сейчас будем в луже ковыряться в грязи. Давай, давай, давай. Давай, Пеппа, давай, где там что? Где что? Ничего нету, смотрите. А вот тут что-то было. Во, крабика нашли. Так, тут все время кто-то будет. Тут все время находим кого-то.
А потом, когда надоест, нажимаем сюда, и наш батя прыгает просто в грязь со всей скорости, с высоты, и тут просто... И конец мини-игры, короче. Нашли, короче, черепашку. Правда, она какая-то, ну, боится. Можно еще на Пеппу нажимать, она тоже прыгает. Так, давайте искать, что-то же должно быть еще, не? У грязюки-то что-то появляться же должно. О, золотой этот ботинок. Нужен, правда, второй еще. О, ежик, хедж-хог, Соник, хедж-хог, только если бы он не Соником был. Просто ежик. Хе-хе-хе-хе-хе, очень смешно. Хе-хе-хе. О! Хорошо. Краб. Замечательно. Так. Слад. А я думал, что это гусеница. А это нет, это как червяк какой-то. Не знаю, как переводится. Короче, ладно, достаточно. Прыгай, дедуля. Не дедуля, а отец. Бум, папуля. Что-то он не сильно прыгнул. Я думаю, побольше. Что-то он одет, как будто в американский флаг с этими звездами. О, полетели, короче, в космос. Да. Все, улетает. 3, 4, 3, 2, 1. Старт, поехали! Конечно же, хард. Берем хардкор. Прям как World of Warcraft хардкор, который буду скоро играть с 24 августа, ребята. Ой, классно будет. Надеюсь, там сервера будут работать, не упадут, столько игроков будет пытаться. Вообще, хардкор прикольная идея. Даже хочется каждого персонажа до 60-го докачать, потому что это то, что мне всегда нравилось делать в классике. Просто качаться, просто делать квесты, все. Никаких там PvP, вот это все. Что-то ранг 12 или 14, какой там максимально 14 ранг, да? High Warlord этого вкачивать или генерал, как он там... У Альянса я даже не знаю, как он называется. Значит, High Warlord. Короче, вот так вот. Ну что, летим. Две звезды. Я, короче, ребята, на август делаю много мобильных игр, и мы просто поставим точку в споре, где больше просмотров, в мобильных играх или в Garden Warfare, PvZ, все вот эти игры, которые я играл. Вот сейчас посмотрим. Я на август делаю много мобильных игр, много роликов. И посмотрим на результат, который, ну, в конце августа увидим. И вам потом озвучу. Я просто уверен, что просмотров будет в разы больше сейчас, в этом месяце, чем в июле, только из-за того, что я вот такие мобильные игры буду играть. Давайте посмотрим. Такой челлендж мне. Набрать просмотры за месяц. Кто больше наберет? Fortnite, PvZ, Garden Warfare, вот эти всякие. Либо вот такие мобильные игры, обзоры вот так вот. Замечательно, играем. Полетели. Так, ПО, пиццу. Моя любимая, что тут делаю, это пицца. Вообще прикольно. Я, кстати, хочу пиццу купить, покушать. Вот реально, что-то захотелось пиццы. Ой, да. Правда, какую заказать? С мясом, не с мясом? Ой, кстати, с ананасом никогда не ел пиццу. Или ел все-таки один раз, не помню. Мне надо с ананасом попробовать, кстати. Заказать. Во, да, хорошая идея. Я тут пока играю, уже планы на будущее строить. Заказать пиццу с ананасом. Вкусненькая должна быть. Там, кстати, мясо есть с ананасом? Или там ананаса, а мяса нет? Что-то я не знаю. Она вообще как вегетарианская какая-то пицца или нет? Ананас? Что там еще есть интересное? Я даже никогда не смотрел. Томатный соус сделаем вот так вот. О, хорошо. До бортика надо. Я, кстати, бортик большой не люблю, такой огромный бортик. Тонкое тесто люблю, на тонком тесте. Бортики большие, вот эти все, они все-таки, да. Лучше, но как многие не едят их, не обгрызывают, оставляют. Бортики прям большие. Там, на самом деле, кроме теста-то ничего нет. Peppers, ну давай, peppers. Режем peppers. Keep slicing. Okay. Now slice the tomato. Томато. Второе томато сейчас будем. Два томата. Раз разрезали, два кусочек, три, четыре, пять. На пять кусочек. Pineapple. Это у нас ананасик. Ну, давай. Ой, хорошо режется, хорошо. Все? А, еще. Давайте сыр добавим. Что еще? И ананас. Все, вот это. И арахисовая паста. И давайте грибов немножко добавим. Все, просто три гриба.
Все, достаточно. Вот наша пицца. Ммм, вкуснейшая пицца. Режем. Ну давай, режь. Ну что такое? Оп. А, кстати, я стилус не взял. Да, стилуса нет, стилусом хорошо резать. Так, новую наклейку открыл, все дела. Все, пиццу сделали, нажрались, и отлично. А мы идем дальше. У нас еще две игры. Poly Parrot. Это про попугайчика. Parrot — это у нас попугай, ребята, по-английски. Учим слова. Поли — это имя попугая. Просто его зовут Поли. Поли — просто имя. Не переводится никак. Поли. Поли и Поли. Есть слово Холли — это святой Холли. А Поли — никак. Просто вот так вот. Вот здесь прикол. Кто знает английский, это вот эта мини-игра для вас. Кто не знает, ничего не поймет. Тут, короче, всякие фразочки вы генерируете, например, вот. Типа глупые вы скажете. Джордж — голубая машина. Джордж — это голубая машина. Вот. Типа это смешно. Я не знаю, для детей, наверное, смешно, но я не знаю. Дальше давайте. Просто случайно нажимаем здесь, и что-то будет. Вот смотри. Красный тыква. Красная тыква. Смотрите. Ребекка Рэббит. Красная. Ну, как я и говорил, красный этот. Пампкин. Тыква. Красная тыква. Меняем, вот тут все есть. Педро Пони. Большая лягушка. Ну, вот такие фразочки. Наверное, sure? Это смешно, но не мне. Также тут надо кормить нашего попугая. Он просто говорит, что он хочет есть, надо ему это все делать сейчас. Смотрите, он может сказать там красных сколько-то и другого цвета. Надо просто все правильно делать, смотрите. Поехали, смотрим. Так, 4. 4 yellow crackers. 4 красных крекера. Так, вот нам надо 2. Еще 2. Случайно нельзя давать другое, ты сразу проигрываешь. Вот. Polly wants more. Так, Polly хочет еще. Polly wants 3. Три красных крекера. Yellow, желтых. То что-то не то дал бы им. Вот. Сейчас покажу, что будет, если дать не то. Смотрите. Polly didn't get the crackers she wanted. Заново. Try again. Ну не заново, продолжаем просто. Polly wants 5. 5 красных надо. Так, значит, тут 3. Отсюда 3 штуки дадим. Потом переложим на ту тарелку, потому что вот эти нельзя давать, а больше никуда их скинуть нельзя. Здесь мусорки нет никуда. Да и вообще еду ж нельзя выбрасывать. Вы же знаете, ребята, еда — это... Надо ценить еду. У вас есть еда? У кого кто-то голодает? Так, two yellow, да? Что-то 2 yellow, по-моему, 2 желтых. Хотя тут не сильно желтый цвет, конечно. Но, наверное, это желтый. 4 красных крекера. Но здесь 3 дадим вот с этой стороны. 1, 2, 3. И случайно неправильно. Бам! Oops, wrong cracker. Все. И последняя игра у нас. Папа Пик. Хэппи, счастливый. Счастливая миссис Чикен. Миссис Цыпленок. Или миссис Курица. Я не знаю, как перевести тут. Миссис Чикен. Папа Пик. Играем за краба. Так, ну и тут вот, смотрите, первая игра такая глупенькая. Ну, кому-то нравится, наверное. Смотрите. Вы можете выбрать наклейку. Так. 200. А это с прошлого раза у меня осталось, походу. Смотрите, сколько сейчас будет их. Тут можно прямо вот здесь с другом брать, вот так вот пальцами тыкать. Смотрите, сколько тут цыплят. За каждые 100 цыплят, которые выходят, дают наклейку. Вот смотрите, сейчас 300 будет. Смотрите. Наклейка, все. Далее. Можно продолжать дальше. Бесконечно. Каждые 100 дают наклейку. Тут можно на халяву... Ой-ой-ой, что я сделал? Как я перешел с одной игры быстро? Тут, короче, можно на халяву все наклейки в игре открыть. Все. Просто надо вот так вот двумя пальцами тыкать бесконечно. Ну или вот так вот, неважно. Просто тыкаете в свое удовольствие. И все открываете. 400. Ну, такая вот игра. Также тут есть еще какие-то мини-игры, но ничего интересного. Давайте вот пазл сделаем. Пазл давно не делал. Jigsaw Puzzle. Вот он называется как. Пазл Jigsaw. Это типа мозаика. Это самый сложный. Так, что тут? Ну, давайте вот это.
пикник. Так, это у нас, наверное, вот тут. Правильно, это у нас, наверное, нет, не тут, вот тут. Хорошо, это у нас вот тут. Это у нас тут. Так, крутим дальше. Сюда. Сюда. Так, 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 так. Хорошо, хорошо. Так. Сюда. Так, 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 так. Сейчас самое сложное осталось. Хочу без ошибок сделать все. Так. Это сюда. Не сюда. А, вот ошибка была. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, та-дам-там-там. Шарик выиграли. Ура, шарик. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Вот такая вот у нас подборочка Попа-Пик для детей. Ну вот, посмотрим. Посмотрим, сколько наберет просмотров на моем канале. Не наберет, так не наберет. Просто поиграл. Так, следующий у нас еще Little Pony. Но это уже не для совсем маленьких детей. Это уже девочки любят эту игру. Я знаю, заказывали у меня много раз. Я сделал подборочку. Пожалуйста, 8 игр. Какие-то там короткие, какие-то не короткие. Вот эта игра вообще суперстарая. Ее многие заказывали на англоязычных каналах. Equestria Girls называется. Все спрашивают, а где ее скачать, где ее скачать? Ну, блин, на айфоне, на айпаде никак не скачать. На андроиде еще можно найти. Вот так вот, такой мне ответ. Все, ждем вас всех на моем канале. Подписка, лайк, все дела. Рекомендуйте еще подборки прикольные какие-нибудь. Все, всем пока, удачи, чао, пум. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.